Руководство Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Владимирской области обратилось в ЗАГС Собрание с просьбой помочь с трудоустройством осужденных. 11 исправительных учреждений региона сейчас занимаются выпуском собственной продукции и оказанием различных услуг. Производят обувь, спортинвентарь, сувениры и даже продукты питания. Владимир Киселев в сопровождении начальника УФСИН России по Владимирской области Андрея Виноградова побывал на производственных участках колонии номер 5. Здесь работают цех деревообработки и швейная мастерская. Найти заказчика сложно, предприниматели не рвутся работать с заключенными, несмотря на то, что такое взаимодействие может оказаться выгодным для обеих сторон. ФСИН трудоустроит заключенных, обеспечив их минимальным размером оплаты труда, а предприниматели получат возможность использовать дешевую рабочую силу. К тому же закон дает право предпринимателям осуществлять госзакупки без проведения конкурса, если подрядчик ФСИН России. Сколько комбинезон стоит на выходе, как бы у вас, в реализацию? 1000 рублей. Это штаны? Это штаны, куртка. 1000 рублей. Ну, недорогая услуга. 300 рублей за пошив костюма. Сейчас из заработной платы осужденного по закону от 5 до 20% вычитается в пользу федерального бюджета. ФСИН предлагает часть этого дохода перечислять не в федеральную, а в региональную казну, чтобы стимулировать органы власти трудоустраивать осужденных. Так, за прошлый год из зарплат осужденных Владимирской области государству ушло 2 миллиона 600 тысяч рублей. За 9 месяцев этого года чуть больше 2 миллионов. Мы прорабатываем дополнительные как бы вот такие моменты, чтобы предпринимателя где-то привлечь, где-то, значит, проработать с органами законодательной власти, исполнительной власти, чтобы, значит, нам эту задачу, в принципе, государством возложенную, мы могли ее пододвигать ближе к тому идеалу, что осужденный, совершивший преступление, он, в общем-то, должен приносить пользу, а не быть иждивенцем для налогоплательщика. Ознакомившись с ситуацией на месте, Владимир Киселев предложил для начала создать рабочую группу, в которую вошли бы представители законодательной, исполнительной власти и сотрудники УФСИН, дать ей 2-3 месяца на выработку соответствующих реальному состоянию дел решений, а уже результаты совместной работы специалистов председатель ЗС будет продвигать на государственный уровень. Возможно, потребуется несколько законодательных инициатив на федеральный уровень, потому что практически все вопросы, которые мы сегодня обсуждали, это вопросы федерального законодательства. Какие-то изменения, может быть, небольшие, федеральный закон совместно с нашими коллегами из Государственной Думы, совместно с коллегами из Совета Федерации, естественно, вот этой рабочей группы, я думаю, что можно будет в ближайшее время проработать. Оксана Котова, Губерния, 33.